Для меня он был, в первую очередь, когда я с ним познакомился, человеком-соратником по нашей работе, на благо, как привыкли мы говорить, благо родного города. Он прекрасный организатор. Внес вклад в изменение системы управления городами. Хочу сказать, что, безусловно, нужно еще выделить его настойчивость и кропотливую работу по принятию закона о местном самоуправлении. Именно он инициировал в Верховном Совете создание и фракции, и комиссии постоянной по развитию местного самоуправления. И, конечно, первые реформы, связанные с управлением и городами, и страной, если так говорить, конечно, принимались с его активным участием. И вот здесь надо отдать обязательно его заслуга была в том, что, во-первых, была создана Ассоциация городов Украины. В 1994 году он возглавил эту ассоциацию. В душе вот такое неудовлетворение, что вот все-таки осталось все как бы не до конца расследовано. Ведь что говорить, Евгений Петрович по тем даже той информации, которую мы все это время анализировали и так далее, 2 часа после того, что с ним произошло, он был в сознании, он разговаривал. Он пока привезли в больницу. Поэтому, конечно, все это внутреннее, вот, лично меня вот вызывает вот такое неудовлетворение. Но в то же время изменить-то уже ничего нельзя. Thank you.